Всем привет из музыкального андеграунда. Это Селютин Илья и моя рубрика «Музыкалка», викторина для знатоков музыки и всего того, что с ней связано. Здравствуйте. Поприветствуйте наших сегодняшних участниц. Это Полина и Юля. И они хотят вам что-то сказать о себе, чтобы было интереснее за них болеть. Всем привет. Меня зовут Юля. И я очень люблю музыку. Здравствуйте. Меня зовут Полина. Я тоже люблю музыку. Так, ну, познакомились мы. Информация, конечно, о вас была очень скудная. Ну, ладно, думаю, что зрители все равно найдут, за кого поболеть. Итак, правила нашей игры сегодняшней. Ну, вас двое, очевидно это. И вы конкурируете друг с другом за право первым правильно ответить на мой музыкальный вопрос. И в этом вам помогут вот эти вот инструменты. Попробуйте, как они работают. Постараюсь не запутаться. В общем, сигналит первый, я его спрашиваю, и второй тоже получит право, только после неправильного ответа первого. Ну ладно, много говорю. Тематик вопросов 7, тем 7, и со всем остальным мы знакомы. Итак, поехали. Задание номер 1. Это я знаю. Вопрос на музыкальную тематику. Пока рано примчать. Готовьтесь. Вопрос сам. Назовите клавишно-духовой инструмент самый большой по величине корпуса и звуковому объему из всех музыкальных инструментов. Орган. Орган. Абсолютно верный ответ. Юля, ты специально задержала? Ну, я знала ответ, да. Что-то у меня с реакцией. Ну, ладно. Наверстаешь упущенное в дальнейших вопросах. Итак, категория «Кто поет?». Задание номер 2. Назовите музыкальную группу, исполняющую композицию. Depeche Mode? Отлично! Я думал, никто не угадает мою любимую группу, но видишь, как ты схватила второй пал на ней прям. Третье задание. Допойка. Своеобразный вариант караоке. Вам в данном случае нужно дослушать композицию до конца и допеть ее двумя словами после остановки. Раньше не сигналим. Итак. Это лето, не вернуть уже, я знаю. Но когда печаль в моей душе, я вспоминаю. Ну же. Раз, два, три. Ну, яхта, парус. Отлично. Наверное, да? Почему так долго? Ответ верный. Моя коронная на всех коротких вечерах. Но я не буду здесь демонстрировать свои навыки. Задание номер 4. Перепевки. Необходимо прослушать перепетую песню и назвать, кто исполняет оригинальную. Ветер бьется в окно, о, где мы теперь? Не знает никто. Опять. Андрей Губин. Опять. Просила, наверное, да? Заказывала Всевышнему, чтобы он это подготовил. Андрей Губин, все верно. Правильный ответ. Пятое задание, но оно сложное. Оно сложное. С одной стороны женское имя, а с другой стороны человек-машина. Послушайте песню в обратном воспроизведении и назовите группу исполнителя этой песни. Я немножко жульничаю перед каждым вопросом на эту категорию, и я вам подсказку сделал. Ну, можете оттолкнуться от нее. Я понимаю. О, ну это тяжело, это согласен. Да. Перемотка – самый тяжелый раунд нашей игры. Прям. Нет времени. Вообще. Так, имя женское – Кармен, и группа – Человек-машина. Вот, вот сейчас, конечно, да. Лондон Гудбай, да. Забивается там дальше. Ну ничего, ну не получил никто балл, и бог с ним. Долго думать нам не надо, едем есть на авокадо. Сеть автокафе «Авокадо» предлагает всегда вкусную и разнообразную еду, а также приглашает в свой дружный коллектив сотрудников с опытом, да и без опыта работы тоже. Вакансии найдутся для каждого. Гибкий график и достойная заработная плата – все, что нужно для комфортной работы. Прослушайте фрагмент от нашей перспективной исполнительницы и назовите исполнителя, ну, оригинала.
Ну давайте, хоть одна версия есть. Ольга Бузова. Ну что ж вы так, на концерте. Ну, не я сказал, перспективная артистка. Мы не фанаты, да. Да. Научится Ольга петь, знаю, вживую. Не но, ну что, Ольга Бузова исполнилась. Прослушайте музыкальный фрагмент в формате 8 бит. Назовите группу, которую эту песню исполняет обычно. Линкин Парк? Верно! Абсолютно верный ответ у Полины. Так, ну, завершили мы игру. Посчитал я баллы за кадром. Ну, Юля, вот растерянность на камере, наверное, сработала, поэтому не успевала. Но да. Знатоки-то оба, в общем-то говоря. Вот, в любом случае, кинотеатр «Россия», наш партнер, дарит тебе билетик спасибо. В кино за участие. Спасибо большое. Было. Ну, а Полина, просто разгром, по-другому не назовешь. И тоже получает билетик кинотеатр «Россия». Очень прекрасные приятно. Там, кстати, фильмы идут сейчас. Рекламу им делать не буду, но кинотеатру буду. Вот, приходите, смотрите кино. А я благодарю вас за участие. И спасибо вам, дорогие телезрители, за то, что с нами сегодня были. Всем говорю я до свидания. И мы целиком, все вместе, прощаемся с нашими телезрителями. До пока. Пока. Все было очень здорово, очень понравилось. Интересно. И большое спасибо за призы. Очень приятно. Благодарю Илью за приглашение. Все очень понравилось. Я рада, что я выиграла.